Медицинская помощь. Насколько она эффективна в Набережных Челнах? Сегодня на деловом обеде обсудили одну из самых острых тем, волнующей, пожалуй, каждого нашего телезрителя. Это качество челнинского здравоохранения. Президиум своеобразного круглого стола пригласили главврача БСМП. Ильдар Хайрулин рассказал о деятельности Центра высокотехнологичной медицины, ответил на вопросы предпринимателей и журналистов, выслушал претензии. В основном жаловались на работу персонала и его общение с пациентами, а также на частые отказы в госпитализации. Мне в достаточно грубой форме на регистратуре было отказано. То есть практически мне нахамили. То есть я, будучи в таком состоянии, еще вынуждена была выслушивать хамство вашего сотрудника, который сидел вот в регистратуре. По словам Ильдара Хайрулина, в медучреждении разработаны речевые стандарты общения, которые ориентированы либо на доброжелательного, либо на агрессивно настроенного пациента. В чем конкретное отличие этих моделей поведения персонала, узнать не удалось. К тому же, как заметил сам главврач БСМП, эти стандарты не всегда соблюдаются. При этом подчеркнул, что главными задачами учреждений является обеспечение безопасности пациента, эффективность лечения и качество обслуживания. И с поставленными целями они справляются, считает руководитель больницы. Еженедельно мне ложится отчет по отзывам пациента. И у меня 90-95% по приемному покою удовлетворены оказанием помощи. 5% недовольны, и они высказывают, чем они недовольны. Я четко знаю, чем они недовольны.